Борьбу с распространением незаконных наркотических средств обсудили сегодня на заседании Государственного антинаркотического комитета. Совещание в режиме видеоконференции провел министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Он отметил, структура рынка наркотиков в России меняется. Увеличивается доля синтетических психоактивных веществ. Постоянно появляются новые виды. За полтора года по инициативе Министерства внутренних дел под контроль поставлено 62 ранее известных наркотических средства и психотропных веществ, с использованием которых можно будет изготовить более 1000 препаратов. В этих условиях важно своевременно выявлять такого рода новинки. А это требует соответствующей базы для проведения химико-токсикологических исследований. Оснащение регионов таким оборудованием стало первым вопросом совещания. Еще одна тема – борьба с бесконтактным сбытом, при котором используются электронные платежные системы и даже криптовалюта. В процессе совещания стороны скорректировали работу и наметили планы на ближайшую перспективу. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.